новости наши рыбки. Этот прогноз для вас на неделю с 24 по 30 апреля, рыбульки. Здравствуйте, зрители моего канала, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Спасибо всем тем, кто оставляет комментарии несложно, кто оставляет лайки, если понравилось, и за подписку благодарю. Сейчас посмотрим, что карты Таро посоветуют нашим рыбкам, рыбулькам. На неделю с 24 по 30 апреля вылетел старший аркан Глупец. Ну, карта может говорить, люблю эту карту, она говорит вообще о легкости, что идите по жизни легко и трудности принимайте, знаете, вот так вот, даже не то, что трудности, а любую ситуацию принимайте легко, доверяйте миру, доверяйте людям. Карта может говорить о детях, о новости о детях. Карта может говорить о сюрпризе, о неожиданной приятной новости, о неожиданном каком-то повороте, о начале нового периода, о каком-то, может быть, риске. Кто-то, может, захочет рискнуть. Еще может говорить о том, что найдется, может быть, решение у кого-то, какой-то ситуации, задачи. И другие могут сказать, да, глупости, это все, так не получится, а вот вы будете уверены, что да. Если вы окажетесь в какой-то сложной ситуации на этой неделе, вы сразу можете, да, ой, что я буду делать, но потом вы сможете все это преодолеть и пристроиться даже к обстоятельствам, знаете, понять, как себя вести, у вас все получится. Так, следующие рыбки. Аркан этот сам попросился. Не доставала. Следующий аркан для наших рыбок на неделю с 24 по 30 апреля. И у нас башня. Будьте внимательны. Может быть, кто-то чересчур, кстати, рискнет, не подумав. Может быть, какую-то глупость сделает. Будьте внимательны в своих поступках. Дурак, да, карта такая, но она с сюрпризом. Поэтому все равно все свои действия нужно просчитать. Потому что может быть вот башня. Башня – это неожиданные перемены, которые не всегда могут понравиться. Это может быть какой-то удар, шок, разрушение. Что-то или что-то может разрушиться. Отношения или в прямом смысле разрушится, не знаю, дом. Может быть, там, не знаю, какая-то авария, к сожалению, да, не дай бог. Вот в таком духе что-то неожиданное, такие перемены могут быть неприятные. Поэтому будьте внимательны, все проверяйте. По бизнесу, по всему, по всем вашим поступкам, по детям будьте внимательны, что связано с детьми, чтобы не допустить. То есть фундамент нужно у башни проверить, чтобы не рухнуло в том месте, где слабенько. Сейчас посмотрим, какой следующий аркан, тогда будет уже ясно. Так, башня, что у нас тут вышло? Знаете, могут быть, это семерочка мечей вышла, это все-таки обман, хитрость и такие какие-то неприятные действия у вас за спиной. Поэтому башня, то есть вот эти вот неприятные какие-то новости, перемены, удар, шок может быть связан, ну, с хитростью, с обманом, даже с изменой. Может быть, с изменой. Поэтому будьте вдвойне внимательны к деньгам, к партнерам, к любым партнерам, на работе, дома. В общем, к сделкам, к всему будьте внимательны. К кошелькам, к сумкам, карточкам, ко всему. Следующий аркан. Это у нас рыцарь мечей. Неожиданная поездка, конфликт возможен, ссора. Видите, вот как-то так ситуация все-таки может... После башни не выпал сразу хороший аркан, например, который вот это все смягчает. Нет, тут что-то может развиваться. Не очень приятное такое. Может быть, даже какая-то поездка возможна. Возможно, конфликт, скандал, ссора, в которой вам захочется все-таки решить вопрос, поставить точки над «и», вы будете, знаете, так решительно настроены высказать свое мнение по этому поводу и довести дело до конца, поставить точки над «и». То есть, ну, тут скандал очень даже возможен.
Так, еще рыбки. Ну, надеюсь, уже полегчает. Ну, тут выпала четверочка. Четверочка после таких событий. Башня, тут семерочка. Рыцарь жезлов. Может быть, вам все-таки вы устанете эмоционально. Знаете, когда не хочу никого видеть, устал, хочу отдохнуть, устал. Карта говорит о том, что нужно эмоционально отдохнуть, перезагрузиться. Тогда вы сможете увидеть то, что у вас есть, ради чего и ради кого двигаться дальше. Есть рядом, может быть, то, те вещи, на которые нужно обратить внимание, может быть, и на людей. Хорошие, я имею в виду. Нужно отдохнуть, побыть дома, перезагрузиться. Тут такая, знаете, эмоциональная усталость. Ну, если, конечно, был вдруг проиграется, что скандал какой-то, шок потери, то тут, конечно, понятно, ваше эмоциональное состояние. Ну, надеюсь, что такого не случится. Рыбки дальше. Ну, дальше пойдет на лад. Вы отдохнете, и мы видим старший аркан влюбленные. То есть постарайтесь сохранить все-таки вот этот баланс, спокойствие, гармонию. Если что-то нужно выбирать, выбирайте по душе, слушайте свое сердце. Возможны даже встречи с любимым человеком. И да, могут с партнерами, да, нормальные быть отношения. Главное гармонию сохранять и спокойствие. То есть вот я думаю, что вы отдохнете, и все наладится. Ваше эмоциональное состояние станет на место, вы поняли, да? Так, вы успокоитесь. Следующий аркан из колоды Таро Ангелов. Для наших рыбок на неделю с 24 по 30 апреля. Повторяю, потому что вот для себя и для карт. Да, что мы хотим узнать? Карта совет для наших рыбулек. Мах. Ну, я даже успокаиваюсь после такого вот шока какого-то возможного, перемен неприятных. Маг, старший аркан. Карта, говорящая об уверенности в себе, о лидерских способностях, об умении действовать, о каких-то новых идеях, а даже умении манипулировать. Веры в себя. Вижу цель, верю в себя, не вижу преград. То есть у вас получится, вы справитесь с любой ситуацией, которая у вас может появиться. Вы восстановитесь и сможете идти дальше. Вы лидер. Еще вариант, вы встретите такого человека, который, может быть, вас поведет за собой, который вот такой вот лидер, умеет что-то подсказать, подать новую идею. Кстати, да, умеет манипулировать людьми. Этот человек может быть, возможно, знака огня. Карта говорит, вы готовы, у вас есть все, чтобы достичь поставленной цели. Жизнь волшебна. Вот о чем говорит эта карта, еще вам совет. То есть вот все будет хорошо, вы со всем справитесь. Главное верить в себя, и у вас есть все возможности, которые можно использовать для того, чтобы добиться своей цели. Вот такой получился все-таки, несмотря на некоторые такие карты, отличный, я бы сказала, все равно расклад. Все хорошо, что хорошо кончается, рыбки. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, подписку. Благодарю за просмотры. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале.